Всем привет, привет, с вами снова я, Эмили Мил, и сегодня мы поиграем в битву строителей. 10 секунд. Сабина, ты откуда здесь взялась? Вот оттуда, из космоса прилетела. Короче, мы сегодня с Сабиной записываем ролик «Битва строителей». Будем строить за 10 секунд, за минуту и за 10 минут. Да. Сабина, пошли, у нас тут раздатчик. Сабина пока строила эту стенку, а я тут шаманил. Я первый. Погнали. Что нам выпало? Дом за 10 секунд. Дом. Сейчас, а ты где сейчас где я выбрал сторону. Я сейчас засеку таймер. Подожди, нам сначала выбрать надо все. Да, надо блоки выбрать. Так, секундомер. У нас 10 секунд, как мы дом построим. А я знаю, в принципе. Сабина, господи, что делать-то? Ладно, допустим это, и вот так вот миленько у нас, миленький домик. Так, ну давайте возьмем еще немножко вот этого. Ну, если время останется, то все застроим вот этим. Так, ну что, Сабин, я готов. Иди отсюда, моя сторона здесь. Давай. Подожди. Время начнется через 3, 2... Один! Блин, я... Сабина, подожди, я время не поставил. Давай, заново. И 3, 2, 1! Погнали! Быстрее, быстрее! Сабина, ё-моё, 5 секунд уже прошло, Сабина. Всё, время вышло. Ребят, пойдем у меня смотреть. Ты что делаешь? Вот этого не было, пошли. Вау, вот это круто. Сабина, пошли за минуту строить постройку. Сабина, пошли. За минуту сейчас будем. Так, Сабина, в этот раз ты тянешь. Тяни ты. Это уже происходит. Не, давай, вытягивай следующую. Шалаш, давай. Подожди, давай сначала убери прошлую свою. У нас теперь есть минута, ребята. Так, я сейчас ресы подготовлю для шалаша. Я тоже. Это мне уже не надо, это тоже не надо. Так, я возьму-ка... Вот это пригодится. Шалаш. Шалаш. Что бы выбрать для шалаша, ребят? Так, ну, пусть это вот... Шалаш, ну, по сути, я не знаю, как это. Ну, я примерно понимаю, как буду строить. Ну, я тоже. Но тебе говорить не буду. Можно вот это взять. Вот это посажу. Все, ребят, начинаем сейчас. Подожди. Что, ты еще не взяла? Да. Взяла? Нет, еще подожди. Да я думаю, блин. Давай быстрее. Давай. На счет 3 начинаем. Раз. Давай. 2. Я смотрю, чтобы ты не читерила. 1, 2, 3. Начали! Так, я строю палатку. Сабина, у нас минута. Ну, это легко, я считаю. Ты считаешь, а я не считаю так. А, у меня 2 блока случайно не туда поставилось. Сабина, уже половина времени прошло. Нафига я такой огромный строю, ё-моё! Ой, господи, что я делаю? Ребята, кстати, подписчики в комментариях решают, у кого лучше. Шалаш, быстрее это. Шалаш. 10 секунд осталось. 10. Это же по-другому, да? 10, 9, 8. Все, время вышло. Блин, я по-другому совсем построил. Давай твое первое. Это что? Я старался.
что? Это я успел построить за минуту. Ага, ну, вот у меня, я тут травку добавила. Шалаш. Это палатка, а не шалаш. В любом случае, зрить... Шалаш можно сделать из одеяла и палок. Все, я тяну следующее, которое мы будем постройку строить за 10 минут. Вот это будет все, я выиграю. Раз, что два, это? Три. Тюрьма. Тюрьма, реально. Для тебя, для тебя. Я построю офигенную тюрьму. А ты у меня расчистила? Сейчас, расчисти, пожалуйста. Там не надо кое-что сделать. Тюрьма. Просто я еще ловушки к тюрьме построю. Я успею. Ловушки. Такие ловушки. Сейчас читерить буду. Ага, да читеришь. Что ты там выбираешь уже себе блоки? Да. У нас, ребята, в этот раз аж целых 10 минут будет. Ну, ребят, в комментах решайте, у кого красивее постройки. Так, ну что ж нам надо? Полисмен. Я даже не знаю, как тюрьму построить. Ну, я примерно понимаю. Ладно, Сабин, все. Начинаем. Давай. На счет три. Раз, два, три. Все, начали. У нас 10 минут, нужно как бы и торопиться, и не торопиться. Как бы я такие двери сделаю. Опа. Только я не знаю, как их построить, вот в чем такое. Ну ничего. Что она там делает? Ага, понятно. Спасибо за идею, Сабин. Ты типа двери из поршней хочешь сделать? Блин. А я умею, а я по механизмам шарю, я такое могу сделать. Ты чё? Иди отсюда. Так, окей, тогда я построю как-то. А я вот сделаю двери из поршней. Я не знаю, какие я двери сделаю. Я еще, знаешь, типа листовку расклею. Разыскивается опасный преступник Сабина Сас. Спасибо за комплимент. Опасный преступник — это для тебя комплимент. Да. Я не понимаю, ребята, как она там это тыкает просто. Уже прошли 1,5 минуты. Это и круто, и не круто. В следующей серии, ребят, мы будем строить друг другу ловушки, а потом их проходить. Время, стоп! Сабин, не строй. В смысле? Подожди, нужно кое-что сделать. Что? Сейчас узнаешь. Поняла. Время продолжилось. А что ты зачем ко мне пошел-то? Ну, чтобы ты не строил. Так, можно вот эту третью штучку сделать. Оба. И гуляй, Вася. А ты типа прям профессиональную в тюрьму? Ну, типа как профессиональная тюрьма. Ну, в любом случае, подписчики решают. Так, здесь я не докопала. Опа. Здесь хорошо. Так, я сейчас делаю механизм поршней. Сабина, спасибо. Да не за что. Я-то умею это делать. Так. Нет. Реально? Да. А что не сделаю? Нафиг надо, это же каждый прохожий сможет типа зайти и выйти из тюрьмы. Ну, Сабина, кому как говорится.
Ну смотри, вот допустим, в твоей тюрьме будут сидеть тюремщики. Они же за 5 секунд выйдут. Ну, они будут в тюрьме, они на у... они... Ну, ты меня поняла. Ребят, подписчики, вы знаете, что делать, как бы. За кого голосовать. Тем временем уже прошло 3 минуты. Ты это понимаешь, Сабин? Да, понимаю. Но я не прям вот огромное дело. Я обычно черную делаю как-то. Да, обычную тюрьму. Обычную тюрьму. Слабо верится, коллега. Знаешь, что я только за 10 минут не строила? И компьютер, и там... Помнишь, Билл Баттл? Так вот. У меня не очень сильно получается. Я понял. О, ребята, это надолго. Что это? Да у меня тут все как всегда через жоп. Неудивительно. Так, мне нужно какие-то двери придумать. Вон, допустим. О, вот это. А вот это двигается? Вот так есть. Оно не доходит. Ребята, я, мне кажется, на этой двери застряну на минут 40. Да я тоже пытаюсь дверь сделать. Ты тоже дверь пытаешься сделать? Ты что, крейзи? Так, теперь должно. Что, не понимаю? А, я понял, Сабина, я понял, я решил загадку человечества. Опа, теперь он же... А почему? У меня такой же вопрос. А, все. А почему? Смотри. Да! Иди. Сабина, у меня получилось! Смотри, а почему вот у тебя так стоит, а у меня не стоит? Вот смотри. Вот допустим. Сабина, я не буду тратить время. Вот смотри, я нажимаю. Ага. И он у меня уходит. Ну, не судьба тебе, значит. Ты чё зыришь? Иди отсюда! Я ушла, идиот. Ну и уйди. Зырит тут глаза, пузырит. Моя постройка. Так. Уже прошло 6 минут и 15 секунд. Поздравляю. А ты еще говоришь, там не сделаешь? Да, наконец-то. Это слишком далеко. О, ребята, я это сделал. Не спрашивайте, что я копаю под землей. Никто не видит, что ты делаешь, Сабин. А если так? Оставь ты. Я разбираюсь с дверями. Уже прошло 7 минут. Конечно, не очень хорошо, как вы знаете. Все же понимают, как это. Нет, Сабина, определенно никто этого не понимает. Да, Сабина, я добился, что хотел. У меня сделал, я сделал. Пожалуйста, да. Да, Сабина, я сделал это проход.
Мурси. Так, а как мне вторую полочку сделать? А никак. Нет. Блин, вот с дверьми всегда какая-то у меня попа. А ты сделала то, что я сделала? А ты все у меня подглядываешь? А ты хочешь, как у меня, сделать? Нет, я придумал. Ты придумали? Самые обычные двери можно поставить железно. Ну, Сабина, уже как бы прошло 8,5 минут. А мне пофиг. А мне пофиг. Вот это нам нужно, и все. И все, мы вот так вот ставим, и все, блин, ёлки-мокты, что я до этого раньше не додумалась? Сабина у меня украла постройку, она строит то, что я строю. Эй, сфигали. Потому что это моя задумка. Тюрьма, у всех своя тюрьма, ё-моё, Эмиль, что ты пристал? Я у тебя даже не видела, что ты там за какашку делаешь. Я не какашку делаю. А, ну, я тюрьму строила, извиняюсь. Меня вообще мама читать порвала. А я тут подумала. Блин, сколько времени осталось? Осталось 30 минут. В смысле? В прямом. Прямом, Сабина. Ой, ну ладно, ладно, ладно. Так. Мне самому. Сабина, осталось 10 секунд. Ребята, как смог. Тюрьма. Если будет какашечка, как бы я с этими дверьми провозилась больше всего. Все время вышло, мы уже лишним. Мы уже с лишней 20 секунд. В смысле? В прямом. Ты что делаешь, Сабина? Это тут вот у меня было. Все, стоп. Ну давай посмотрим на твою какашечку. Наступи на плиту. Это что? Наступи на плиту, я тебе говорю. Уйди. Ну как есть, так и есть. А ты что, пыталась двери сделать, в итоге просто поставила железные? Хотя бы знаешь? У меня раздвигающиеся двери. Ну, у тебя только двери есть. У меня вообще-то клетки 3 есть. Чё, клетки это и есть тюрьма? Ну, тюрьма это здание, понимаешь? Ну, это что такое? Тут лестницу тут скинули, кто-то с вертолета, как у бандит мафии, и все вылезли. Так они в клетке, в отличие от твоих. Ладно. Ну что, всё. Вот смотри, вот, Сабина, вот сядь вон туда вот сядь. Сейчас посмотрим, насколько эта тюрьма хороша. Сейчас я закрою и кое-что сделаю, а ты там сиди, посмотрим, насколько эта тюрьма хороша. Подожди, сейчас я отчитаю время, и ты вылезешь, окей? Окей. Сейчас, 10, 9, 8, 7, 5, 6, 7, 4, все, вылази. Ты что, кирку взяла? Ты когда кирку взяла взять? Нет, нет, Сабина. Залезь обратно. Ладно, окей. Вот смотри, я выкидываю кирку. А что это за кирка? Давай, давай, смотри.
Заходи. Так, все, я зашла. Ты в гейм... Отсчитывай. Подожди, сейчас. 10. Так, ой-ой-ой, 9. 10, 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Там что дальше, я не помню. 3, 2, 1. Вылазь. Ты в гейм-моде. Нет. Ты в гейм... Побей меня, побей. Зайди обратно. Давай, вылазь. Ты обалдел. Чё, я мучаюсь? Действительно! Не получается! Ладно, ребята, с вами был я, Эмили Мил, также Сабина Сас. Всем удачи! Всем! Вот, встань вот сюда! Сабина Сас, всем удачи, всем ребята, пока, стой, собака.